Добро пожаловать в игрушку под названием Dead by Daylight. С вами канал The Alex Play. В этой серии мы с вами поиграем за выживших, за Хоноса и Ли Юн Чин. Но тут почему-то неправильно перевод Хонас и Микаэла, хотя это Ли Юн Чин. А здесь наоборот, Юн Чин, Феликс и Фэнк, хотя здесь Феликс, Фэнк и Микаэла Рид. Вот, возможно, у них новенькие какие-то работают. Этот набор мы с вами в следующей серии разберем, сделаем обзоры, за каждого из них поиграем. А в этой серии мы купим скины на Хоноса и на Ли Юн Чин. Всем приятного просмотра. Ли Юн Чин, вот такая вот красавица. Прикольные у ней тапочки. Или это туфли такие летние? Вот, классная пижама такая беленькая. Зимняя, это снежинки, видимо. На карте Ормонд, мне кажется, неплохо будет смотреться. В общем, вот такая вот наша няша-милаша. Давайте почитаем про данный скин. Ну, можно сразу приобрести, в принципе, да, экипировать. Наверное, за Ли Юн Чин пойдем первый. Пижама для съемки. Она поучаствовала в праздничной фотосъемке для сбора пожертвований, организованного ею поклонниками. Ни для кого другого она бы на такое не пошла. Значит, на фотосъемку собралась. А почему заляпанная кровью? Псевдо-домашний пучок. Непринужденная прическа, подчеркивающая ее естественный и практичный образ во время праздников. Праздничная шелковая блузка. Роскошная шелковая пижама с красиво оттороченной камисолью под ней. Гладкие штаны и тапочки. Легкие штаны с праздничным узором, дополненные изящными тапочками. На Хоноса Васкеса мы уже покупали наряд, поэтому давайте просто почитаем. Пижама трудоголика. Хонос работал всегда, тем более во время праздников. Bluetooth наушники. Беспроводные наушники для звонков и получения информации. Черная майка. Простая майка с карманом на груди. В него удобно класть телефон, чтобы углубиться в изучение титанических массивов зашифрованных данных. Праздничные шорты. Праздничные шорты с очень удобными тапочками. Каждый раз помогают ему максимально восстанавливаться после короткого 4-часового сна. Игра. Мясокомбинат Гидеон. Ну что ж, по-моему, здесь она неплохо смотрится. Можно замаскироваться где-нибудь здесь, смотрите, беленькое, синенькое. По-моему, неплохо смотрится. Так, ладно, начинаем. Уже террор есть. Кто против нас играет? Слышу, где-то здесь. Доктор, что ли, я не понял. Так, наша завоет. Давайте поможем им. А, это трюкач. Боже мой, как же я его не узнал. Так, ну погнали. Тут нормально можем выиграть время. Неужели он будет бегать, слушай? Давай подгоним. До сих пор бегает. Ты издеваешься. До конца будет? Ой-ой. Ой-ой-ой. Сейчас опасно, опасно. Так, а у него ножи, наверное, закончились? Да, у него закончились ножи. Перетягиваемся. Он, кажется, отстал. Фу, было напряженно, но я отбегал свое. Два гена отбегал. Сейчас Микаэла бегает. Надеюсь, она тоже отбегает. Мне бы сейчас отхиляться. И что, у меня орешек еще есть? Наверное, сейчас... Ой. Ой-ой.
Не, ну тут не опасно оставаться, опасно. Вот рядом. Будет догонять? Так, ну можно проконтролить. Сейчас ворота откроются, можем ей ворота открыть. Мне лучше заранее убежать. На чем мог бы меня заметить? Так, отхиляет. Ой, блин. Наверное, опасно идти туда. Берет ножи. Пойдет поднимать, да, наверное? Дай пройду, дай пройду. Ты издеваешься. А чё он встал? А чё он стоит? Почему он стоит? Он чё, ненормальный? Зачем он это делает? Да блин, мать его, вставай! Боже мой. Почему он не хотел ее поднимать? Он боялся... Я не понимаю, наверное, боялся... Фонаря? Это было очень странно. Или она его разозлила? Она его чем-то разозлила, что ли? Блин, я хотел ее спасти. Это было очень необычно. Типа, я бы... Да... Я хотел засейвить. А, вот так, значит? А ей надо отползать. Микаэл, тебе надо отползать, ты понимаешь? О, спасибо. Спасибо, спасибо. Это очень... Ой, боже мой, это очень опасно. Капец. Твою ж мать. Это я попал. Это я попал. Просто какая-то жесть. Я не знал, он может сейчас вернуться. А, опасный, опасный. Он еще и кемпер. Нам бы отхиляться. Напряженная катка. Он за Микаэлой? Бля, он за Микаэлой. Притягиваться. Да блин, сливать уже палетки. Кинг почти завел. Да блин, ну почему я медленно-то почему я медленно перешагивал? Ну какого черта в самом конце, блин. Дальний заводит. А у нее фонарик. А куда будет вешать? В подвал! Да ты издеваешься! Боже мой, в подвал! А, если бы кто-нибудь в разок бы подставился. Не, ну это все, это конец. Ну отбегал вроде нормально. Тут рядом открывает. Он кемперить будет? Он за Микаэлой? Ну тут либо спасать, либо как-то это, либо не спасать. А я не помню, подожди. У него часы.
А, сломана палетка, прикинь, можно было... Можно было палетку скинуть, если бы она не была слита. Так, мне надо найти кого-нибудь, кто бы меня отхилял, иначе я погибну. Так, тут подготовлены ворота. Чувак внизу тусуется. Блин. Да ты издеваешься. Я не хочу убегать, надо как-то спасать его. Так, нормально. Боже мой, я выиграл время. Это было очень опасно. Это было очень опасно. Он решил прийти на ворота. Меня, по сути, орешек еще спас. Ну все, чувака спасли. У нее еще часы золотые, что ли, у нее? Прикольно. Немножечко скин поизучать. Да ну нет! Я еще фонарь потратил. Че, он решил поднять меня? Слушай, может быть, он хотя бы доползет немножечко. Надо понаблюдать, посмотреть. Я не... Но у меня еще фонаря не было. Он думал, что у меня фонарь есть. Но, возможно, это как-то сыграло. О, подожди, он встал? А, его подняли, что ли? Неплохо. Я, возможно, ему время дал. Я время дал, возможно, Микаэле. Микаэла заслепила, наверное, да? Возможно, так и было, слушай. Ну, неплохо, неплохо. Ой, боже мой, какая токсичная. Ну, уходи уже, давай. Уходи, давай. Будет до последнего стоять. Так, хоть посмотреть. Напряженная катка, конечно, была. Ну, молодец он. Интересно. Магазин барахольщика, свалка Автохевен. Взял с собой карту и умение Хоноса, чтобы мои тиммейты могли быстро подниматься. Я думаю, первый ген можно дать, в принципе. Если что, побегаем от мана и потом как раз изучим карту. Да, это Буба. Это Буба, поэтому будет непросто и опасно. Я не знаю, будет ли гибель Франклина у него. Она продолжит заводить. Надеюсь, что нету. У него есть гибель Франклина, боже мой. Боже мой, есть, действительно. Я видел, аптеку выронила. Так, благословим. А, толку нету. Ну, этого поднимут. Еще благословение снимут. Так, ладно. Можем хотя бы просто немножко изучить. Так, запомнить, где тотемы. А, тоже благословляет. Отлично. Я могу тебя быстрее отхилять. Так. Отлично. Решил заводить, да? Ну попробуй спасти. Он же затоптал. А, вот он, побежал. Побежал за мной. Боже мой, что же я делаю-то? А, это было ужасно. Быстро положил. Зато я сохранил карту. А есть рядом тотем? Ты издеваешься. Подвал понесет. Да, это было очень глупо.
Так, одного спасли. А, самое время, самое время. Перетянуться надо, перетянуться. Так, хорошо. В лачугу. Он меня тут ищет, я могу даже... Я могу пробежать в лачугу. Неплохо получилось, неплохо. Исправляемся. Так, тотем уже прошел. Давай, наверное, продолжим. А, тут кто-то, тут Хонос заводит, мой братишка. Поможем ему. Упс. Так, мы можем дальше пробежать. Боже мой. А тут есть перетянуться куда? Да вы издеваетесь. Ладно. Ладно, ладно. Что он делает? Он за мной, да, пошел? Надо было скинуть, иначе бы положил, я думаю, я бы не добежал. Так, уходим. Слил важную палетку. Да чтоб тебя, блин. Почти хорошо, почти хорошо. Но зато... Зато карта все еще со мной. Сейчас еще ген как раз дадут. Взорвала, Микаэла, взорвала. Ладно. Я вроде нормально его поводил. В конце немножечко не подрасчитал. Возможно, первую палетку не надо было сливать. Ну, без Тимы, конечно, сложно реализовать его собственный перк. Кстати, у тебя какой? У тебя на хил? Ну, все на хил берут, конечно же. Причем только на хил. Без сочетания, хотя... Хил лучше с чем-то сочетать. Почему бы нет? Ну, лучше так же, если ты в тиме играешь. Чтобы тебя могли страховать. Иначе, не знаю, взять что-нибудь на ускорение-то по-любому надо. Пока что максимум именно можно три перка сочетать тотемных. Ну, возможно, потом будет и четыре. Можно прям тотемный билд собирать. Но, опять же, у тебя не будет ни ускорения, ничего. Ты тупо будешь бегать и ставить, благословлять тотемы, чтобы помогать своим тиммейтам. Возможно, скучновато будет. Что-нибудь должно быть на ускорение? Хотя бы орешек, все. У тебя есть орешек, тебе уже хватит. Подольше пожить. Так, ну давай благословим. Хотя, блин, он его быстро тут сломает. Слишком очевидно. Ну, на всякий случай поставим. Заводит свою шарманку где-то. А вон, на мэйне бегает. Чувак что-то сделал, я не понял. Скин посмотрел. Ой. Ладно, уходим. Ну его нафиг. Ой, это было опасно. Фух.
Фу, хорошо, хорошо. Врезался. Он врезался. Я могу перетянуться. Боже мой, ребята! Он ливнул? Он просто ливнул. А я, получается, без карты ушел. Даже карту не вернул. Капец. Неужели я его разозлил? Не, ну он мог меня поймать. Он мог меня поймать. Видимо, разозлился, чтобы промазал. Я не знаю. В конце врезался. А, боже мой. Надеюсь, вам понравилось. Да, я, конечно, тоже ошибался. Но, блин, он, наверное, обиделся. Он хотел хотя бы одного поймать. Блин, я не знаю, зачем расстраиваться, чувак. Это же игра. Ну, блин, ты мог бы еще забрать меня или еще кого-то. Хотя бы одного. Мог закемпить кого-то. Может быть, вообще всех положил. Мы даже еще ворота не открывали. Ну, в общем, как-то так. Спасибо за просмотр. С вами был канал The Alex Play. Вот, постараюсь чаще играть за сурвов, ну, кто-то меня просил из подписчиков, чтобы я иногда играл просто соло, но буду стараться соло тоже играть, вот потому что, ребят, не всегда можно застать у кого-то стрим, у кого-то еще что-то, поэтому как-то так, если что, да, буду стараться чаще подобные делать серии, такие ламповые душевные серии. В общем, надеюсь, тебе нравится. Спасибо за лайки, за комментарии. Всем пока, до новой встречи.